И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Panzer. Попытался я зайти за других персонажей, игра практически не находится. Играю вечером, а по весу вообще найти нереально. Так что играем за танка. Сейчас был у меня бой, там просто это надо быть тупой звеноты, чтобы до этого додуматься. Таскали шар, метеорит. И фреза практически постоянно. Вместо того, чтобы фризить того, кто тащит шар, эта тупая свинота морозила того, кто просто стоит. Тут, ну, в турели сидит гном. Морозить надо, обязательно надо морозить. Лежит, то есть его сбили, он лежит уже, он не двигается. Его надо морозить. Вот такие у нас свиноты играют в Panzer. Тупые ублюдки играть не умеют. А что поделать теперь? Вот такие вот дела. Вот, что касается Panzer у меня на канале. Panzer обязательно будет выходить хотя бы раз в неделю. Вот, там уже посмотрим, что да когда где. Вот, ну, раз в неделю... По идее, должен выходить выпуск. Кстати, сегодня будет стрим по Panzer, по обновлению 44 у разработчиков на сайте. На сайте тоже, я думаю. Вот, на YouTube-канале, официальном YouTube-канале. Так что советую зайти посмотреть, если вам будет интересно. Я его буду смотреть либо в онлайн-режиме, либо посмотрю в записи. Зависит от того, будет у меня время или нет смотреть его в прямом эфире. Вот. Но в записи я обязательно посмотрю, как только будет время. Вот. Собственно, что касательно Panzer на моем канале, я его рассказал. Серия будет выходить хотя бы один раз в неделю. Не знаю поскольку, но примерно по полчаса плюс-минус, наверное, будет. Может там 1-2 бой, так вот. Ну, все будет зависеть, конечно же, от боевок. Может, один бой у меня растянется на полчаса, а то и больше, то, как, понятное дело, я не буду во второй бой вступать. Вот, поэтому как-то так. Цитадель алхимиков. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого вообще получится и выйдет. Давай уже, загружайся, карточка. Да, кстати, я что-то хочу. А, у меня, кстати, графика, видите, очень быстро стоит на постпроцесс эффекты, качество теней. О, кстати, нападение отлично просто. И шейдеры. Очень быстро стоит, все остальное быстро. По-другому вообще без вариантов. Безбожная игра лагала при записи. Включая запись, игра безбожно лагает. Ну, думаю, ну, замечательно. Ну вот. Давай так музычку добавлю. Да нет, давайте-ка я сделаю все-таки потише. Я не помню, из-за чего я звук убирал, точнее музыку. Может и авторские права, может и просто так убирал. Вот, ну, как бы, как бы так. Ладно, погнали. Посмотрим, что вообще из этого всего выйдет. Рада же помощь единичкам. А, черт побери. Какого фига я пошел вперед просто безостановочно? А, ну да, какого фига я понял. Я пошел вперед, хотел шатнуть щитом. Я уже просто по рефлексу порой двигаюсь. Хотел шатнуть щитом, а в итоге ничего у меня не вышло. Цыпы не было. Опаньки, убийство. Настигал. Опаньки, ударил. Отлично. ЦПшечку набить. Не повредит. Так. Я
прорыв, маленький прорыв. Оу! Вылетел. Я вылетел из гнезда. Черт побери. Блин, я не сразу же запустили пламя. А, ну, хотя пламя все равно запускались. Запускалось в спину. Так. Что-то мы рассредоточились как-то слишком сильно. А, это наш телепорт там стоял. Отлично. А, беги! Воу! Отлично! Вот это смерть! Да уж, пышься не пышься, а чё-то пока что не проканывает ничего. Ладно, пошла жара. Погнали прорывать их, короче. Нафига я это сделал? Отлично. Так, спокойно. Давай, 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 прорывайся, чувак. Опаньки! Хил у нас тащер. Ёпта! Просто под один, под второй удар, и у меня хил спасает. Офигенно. Щит надо включать прочно. Зашел называется. Так, погнали через те. Ага. Да ладно, я промахнулся. Акела промахнулся, ёшкин кот. Отлично. Опаньки. Тихо, 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 тихо. О да, ты вовремя ударил. А еще наше пламя. А вот это инста, короче, мне вообще было сейчас не в тему. Тихо, 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 тихо. Вашу. Горю нафиг. Так и не растаял. Замерз и горел. Так и не растаял. А еще и был в блоге, поэтому мне ничего не могли сделать так долгое время. Ладненько. Могу зацепить, не смогу зацепить. О, пошла жара. Так. Уу! Нифига себе. Опаньки! Не ожидал? Я тоже не ожидал, что ты там вылезешь. Успел. Блин! Надо было в блоке стоять, а я... Так, отлично. На пролом. Пошли, пошли, пошли на потихой грусти. Уу, да, я ему ударил все равно. Да что такое, блин? Со спины. Что за мясо творится? Я вообще разобрать ничего не могу.
вообще... А, нет, он не мне кровь пускал. Ну, наконец-то! А, как он кровь пускает в блок, понять не могу. И он сбоку зашел. Ну, тут, конечно, просто ад какой-то творится. О! Ничего понять не могу, вроде там ники были без... А, ну... Где же ники не цветные, ёшкин кот. Они цветные. Какого фига? Там столько наших было, а тут много было. Ничего понять не могу. Или как-то забагались ники, что ли? Блин, у меня ЦП не было! Твою мать. Я так решил уложить на ЦПшечку свою. Её у меня просто-напросто не было. Ну, бывает в жизни огорчение. Быстрее бы пешком дошел. Ага. Да какого фига достают они? Вот это меня просто раздражает, ей-богу. Они просто достают. Я когда за берсерками играю, я вообще ничего ни по кому достать не могу. Меня это бесит вообще-то. На тебя, скотина! Опаньки! Не повезло тебе, чувак. Пушечка стреляет. Хорошо. Только пушечка как-то... А, это пушечка-то другая стреляет. Ёпта. Не! Тут враги слишком хорошо все сделали. Ну, во-первых, гном молодец. Он беспрерывно ставит постоянно тотемы, ставит постоянно телепорты и все в таком духе. Это молодец. Также хил, что нас, что их хил просто вообще вывозят на ура. Ну а тут уже остается удача. Удача была на этот раз не на нашей стороне. Тут как бы... Тяжело что-то еще сказать по этому поводу. Они могут сейчас нам просто точку отдать, чтобы типа больше очков заработать и так далее, хотя это полный идиотизм. И толку от этих очков ноль. Опаньки. Убийство, я манал. Опять застилил. Ой, я сгорел уже. Блин, не заметил пламя. Бутыль бы хотя бы выпил. Да уж. Не, ну прикольно. Месиво, по крайней мере, было хорошее. И хорошо. Опаньки. Опаньки. Опаньки не проканало, да? Чуть-чуть. Вот чуть-чуть не проканало. Я ж могу, блин. Когда нужно повернуться. Хоть что-то я могу сделать как надо. Но инста это просто жуть. Я уже третий раз в инсту попадаю, и это, конечно, да. Тут вообще ничего сделать не могу. Изи, снеки. Господи. Мне эти школьники, ей-богу, раздражают. На кто еще додумается писать подобное? Изи в комментариях. Ну, это только школьники делают. Либо, конечно, еще это умственно отсталое, ну да ладно. Не будем о грустном. А, че, погнали, еще разочек попробуем. Блин, давайте попробуем все-таки за кого-нибудь другого сыграть. Давайте за канонира, что ли. Что-то не хочу за танка, но руки не под то заточены сегодня особенно. Учитывая, какой был предыдущий бой, перед этим я просто меня бомбил от этой тупой свиноты фрезы. Ну, бывает, бывает, что поделать. Тут как бы я и так тащить не умею, а тут еще в целом
Нормально, начало боя. Я думал, где-нибудь 3D больше закинет, учитывая, что я сразу залетел. Тут начало боя, все здорово. Ха-ха, еще и люди только дозагружаются. Отлично. Вот что там. Ух, вот он я. Дайте вам задницу, задницу всем нафиг. Смотрите. Ух, хорошо-то как. Ладно. Сейчас будем пробовать тащить. Кстати, я здесь вроде только пару раз играл канониром. Если уж на то пошло. В том плане, что я реально не играл за канонира. Так, получается, мы появляемся здесь. Значит, мне сразу же нужно бежать назад. Назад бежим. Сразу же ставлю пушку. Бегу вперед. Сюда телепортирую пушку. Пока прибегаю, ставлю два капкана. Так, все, отлично. Погнали. Эй, ёпта. Я не могу там пушку ставить? О, это, конечно, подстава. А, я только на этом балкончике могу что-то сделать, что ли. Так, ладно, пошла жара. Вроде как попадаю. Я жив остался, а вы до капказа бегаете, свинья. А, черт побери. Бутыль, точно, бутыль же есть. Это смешно. А, блин, пробиваха. Вот, я не ожидал. А чё он не добивал лошару? Блин, у меня почти получилось сесть! Не, это бы сраная сорка, я бы затащил сейчас, просто бы как говно бы его прострелял. Ладно. Как говорится, если не прёт, так уж не прёт до конца. Погнали, я хочу вот сюда сходить. Эх, пошла жара. Опаньки, урончик. Достаю? Да ладно, я не достаю. Ну, подстава. Это реально нереальная подстава. Да ну вас в жопу. Блин, не думал я, что так будет все плохо. Да уж, не знала, что эта фигня-то не достает. Блин, надо что-то придумывать. О, если я на третьем месте, то значит мы всрали. Потому что вот они, тупые свинюшки. Стоит 0 из 0, ничего не делает. АФКшит, думает, типа, что-то получит. А получит только по губам. Ну, дальше я не буду договаривать. Ах, твою мать! Все-таки я огребся жестко. Жестко огребся. О! Я прям на них смотрю, я думал, сейчас поднимется и все по бороде мне будет, а не намок. По врагу. На тебе, свинья. Затащил. Мой капканчик затащил. Опаньки. Отлично. Гномик на нашей стороне. Я знал, что брат нам поможет. Так. Мега-килл.
Фу, ладно, хоть как-то хоть что-то застроился маломальски. Блин, я в пустоту все это время стрелял. Там даже врага-то не было. Ни одного! Давай, 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 давай! Вали, 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 вали! Всех нафиг вали! Врагов нету. Ну, тогда сделаем так. Вот и тупой! Стоит около меня и блюет пытается. Пустись. Я там на точку постреляю. Ой-ой-ой! В трехе-то молодцы! Не, ну затащили, тут не поспоришь, затащили в трехе-то. Все. Вот теперь точно все. Я, по-моему, не респаунусь. А, не, нормально. 300 очков-то добить еще. Больших делов. Да уж. Я, не говорится, не прет, так не прет. Ну, перезаписывать я не собираюсь, так что... Что получается, то я и буду выкладывать. А что поделать? Вот, смотрите внимательно, вот какая у нас фреза обалденная. Просто кусок ослиной мочи. Ну, а что поделать? Вот такие вот дебилы бывают. То есть, как бы, вроде бы что-то и могут, а по факту ни черта не могут. О, отлично. Интересно, кто из них победит. Ты говно разбежались просто по сторонам. Да уж, бывает в жизни огорчения. А это тупая свинья. Таких убивать надо. Компьютеры мы ломать. Причем реально компьютер просто ломать нафиг, чтобы эти тупые свиньи даже близко не могли засесть на этот компьютер. Ноги переламывать. Да, я мог здесь включить типа новую обилочку, все дела, но смысл? У меня брони нету. Вот такое говно приходит, и все. У меня нету... Не то, что брони, у меня ничего нет. Опаньки! Отлично! Задолбали, тварь. Вот, теперь уже получше стало. Да-да-да, пышься, пышься. Придурок. Лови, фашист, гранату. Да ладно! Его спас этот козлина! Его просто спас этот козлина, убив мой капкан. А все из-за того, что наши захватили точку, они меня нашли за со спины. Черт побери! Не прет, так не прет. Сейчас опять точку перезахватят, и я опять буду строиться на своем же самом месте. Ну, тут без вариантов, он сразу же точку захватывает. Я тут даже не сомневаюсь, что у нас сразу точку будет захватывать. Поэтому, как бы, я без лишних заморочек в этом плане. А, наверх идти. А смысл? Смысл? Здесь я хотя бы хоть как-то достаю. В том плане, что... могу эти поставить свои... то есть апгрейд сделать и все якобы пучком. Вот. Инквизиторов отвлекаю, пожалуйста. А там что толку? Ну, можно пробежаться, поставить. Но апгрейд уже, допустим, я уже не сделаю, так как он 100% не будет доставать. Поэтому как бы смысла я в этом чутка не вижу. Ну, погнали, посмотрим. Может, что получится сделать. Все-таки давай-ка я сделаю по-нормальному. Ой-ой-ой.
Да отойди ты, ёб твою ж, налево. Так. Отлично, давай апгрейдимся. Я хоть одно убийство совершил. Ой, я даже два убийства совершил. Тащу, блин. А, точно, конечно, один раз помирал, чувак. Пожалуй, все, что я помню. Ртум, отлично. Давай иди сюда, Ковник. Хе-хе-хе-хе-хе, так и сдох говно. У меня тут своя битва. У вас своя, у меня своя. Летают. Эх, бедолажечка. Так, я могу Тесла, да, оставить только две. Сорочка пришла, и все капканчики мои слила. Опаньки! Не повезло, да? Бывает. Ой, блин, фига себе, там чуть не вылетел из гнезда. У меня своя тут битва. Тихо, тихо, не толкайся, блин. Чего прибегал? Капканчики мои прошелся. Молодец. Что еще могу сказать? Опаньки. Ну блин, вот ты не вовремя. Я ж почти тебя добил. Икс. О, нифига себе. Как тараканы разбежались в разные стороны. Мы держим точку, мы молодцы. Обалдеть. Куда же сольёмся-то? Просто чутка у нее броня подизнахратилась. Господи, дебил. Ну чё толку от того, что здесь бегаешь туда-сюда? Ну пей, бутыли, пей, чувак. Пей, я теперь понимаю, почему у вас тупорылых свиней так постоянно бутылей мало. Вы школьники. Вы их просто тратите впустую. А что толку от того, что ты здесь делаешь? Ничего. А я хотя бы не дохну так часто. И на том хорошо.
Ну ладно, чувак, что я могу сказать? Я же говорю, у меня тут своя битва. Вы там как-нибудь сами справляйтесь. Затащил. Беги, глупец, беги. Беги и не возвращайся. И даже не думай сюда подходить. Ох, бедолашка-то, смотри-ка. Его ничего не учит. Наши там на точке сидят. Ой, блин. Реально, этого бедолагу вообще ничего не учит. Успокоился? Ну вот и молодец. Вообще ни разу не попал. Я офигею. Чего я творю? Чё-то как-то вдаль вообще невозможно попасть. Раньше было невозможно попасть, сейчас вообще подавно. Так, там наш тусуется. А, ну вот. Не, было бы, конечно, очень смешно, если бы мы смогли бы выиграть, но это просто кошмар. Даже пушка забагалась, блин. Да уж, а фреза как была ноль, так и осталась. Вот поэтому я и говорю, тупое говно, чтобы тебе тупая тварь сгорел твой сраный компьютер. Ну да и бог с ним. В общем, такие вот дела. Ну ладно, хотя бы не два боя за танк, и на том хорошо. Да и последний бой был вполне такой даже прикольный. Я не понимаю, что этот чувак добивался. Вот, но в целом... вполне получилось прикольно. В общем, народ, вот такие вот дела. Еще раз повторяю, вечером будет стрим на канале Панзара по обновлению 44. Вот, поэтому, как бы, приходите, смотрите, если вам все-таки это интересно. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.